Я пришла постричься к своей коллеге. Села, когда она говорит, я тебя постригу блейдом. Я удивилась, что такое блейд. И когда я увидела блейд, во-первых, мне очень понравилось, как он выглядит сам. Во-вторых, это так интересно было. То есть я столько лет работаю, и сама рот открыла, и посмотрела, думаю, вообще классно, тоже хочу. Ну, спросила, где, что, как, она мне сказала, езжай к Ане Быстровой. Все. А как, кстати, стрижка носит? Три раза мы уже делали форму, я в восторге. Мои волосы никогда так не лежали еще.